До конца турнира осталось всего-то 3 игры. Скорее всего, сезон для клуба закончится переходом в высшую лигу. Но если под конец, они тут не на портаче. Много сил было потрачено на победу все-таки в прошлых матчах. Джака. Бендер. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Роберт. Великолепный пас. Ибрагимович. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Решил пробить. Угловой. Отличный кросс. Крул. Карасо. Роберт. Тут может что-то получиться. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Джака. Судья дает продолжить игру. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Джака! Вратарь забирает мяч. Валенсия. Атака продолжится через фланг. Карасо. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Отлично задумал. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбитр. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. А мяч уже у соперника. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Все верно, пора сместить акцент атаки. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Отличный навес! Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Будет угловой. И навес. Головой бьет он по мячу. И они выходят вперед. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Хороший розыгрыш углового и заслуженный гол мы смотрим еще раз. 1-0. Сейчас будет веселее. Крул. Посмотрим за этой атакой. И пошла передача. И здорово читают эту подачу защиты. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Бендер. Пока неплохо. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Офсайд. Нет никаких сомнений.
Это может быть опасная атака. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Жака. Ушел мяч. Аут. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Угловой, и это шанс упрочить преимущество. Жака! Стоп-машина. Атака завершена, удар от ворот. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Это может быть опасно. Роберт. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Жагел. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Менес. Я добавляю 3 минуты. Может получиться интересная атака. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Пас с фланга. Ну же, давай! И это гол! Мяч сотрясает стойку ворот и отскакивает в створ. Это гол. Вот интересно, а не было ли там рикошета? Довольно неприятный момент все-таки для вратаря. Он вроде бы контролировал ситуацию, но тем не менее мяч оказывается в сетке. Нас ждет второй тайм на Emirates. И пас обратно. Скучновато. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Навес. Повтор нам подтверждает, что у арбитров были все основания прервать эту атаку. Действительно был офсайд. Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч, что вызывает недовольство фанатов гостевой команды, которые надо забивать. Хозяевам нужно удержать победный счет и, главное, не переходить ту грань, после которой арбитр будет считать такие действия затяжкой времени и начнет показывать желтые карточки. Пас в штрафную. Хорошая подача, но защита на чеку. Бендер. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Судья дает Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Предупреждение получает игрок.
Крул. Перекладина спасает. Это угловой удар. Потерял он мяч, но кому он достанется? Какой перехват! Великолепно сыграно! Посмотрим за этой атакой. Тем временем соперник перехватывает мяч. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Хороший момент! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Глава может стать настоящим испытанием для команды. Удар! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Не идут у него сегодня передачи. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Мяч перешел к другой команде. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Карасо. Опасная передача. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. В этой атаке оборону пройти не удалось. Офсайд, нет никаких сомнений. Какой перехват! Восторг! Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Активнее сейчас гости будут действовать, судя по указаниям тренера. Возможно, пришло время сыграть в прессинг. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Есть варианты развития атаки. Бенда. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Отличный удар. Судья показывает, что будет угловой. Удар головой. На месте голкипер. Все в порядке. На этом все. Атака закончена. Мяч ушел за лицевую. Удар от ворот. Бендер. Валенсия. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Мяч летит в сторону ворот. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры. Согласен. Рул. Атака остановлена, но кто получит мяч? Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Почти подошли к воротам, но защитник начеку перехватил он эту передачу. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Тренер гостей задействует тактику командного прессинга. И давайте смотреть, как это скажется на игре хозяев. Хороший обостряющий пас. Удар! Опасно! И это удар! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма.
Посмотрим за этой атакой. Крул. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Это штрафной. Неплохой мог получиться навес, если бы не защитник. За боковую выбивает мяч защитник. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Карасо. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Первое и последнее предупреждение получает игрок. Карасо. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошо играет в пас, но тут надо признать, что и соперник-то не особо мешает. В отборе играют действительно слабовато. Как бы теперь рубить не начали от бессилия. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Опасная подача, но защитник на месте. Ну что же, матч окончен. Счет 2-0.